Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И как вам обещал, сегодня хочу заснять вам видео 360. Сразу говорю, кто смотрит такой вот видеоролик впервые, вы можете взять и верхний левый угол у себя на компьютере. И просто мышкой берете, нажимаете влево, вправо, вверх, вниз. И можете посмотреть, в каких кроссовках я сейчас иду. Можете посмотреть, какое сегодня небо. Можете посмотреть, что там сбоку половят нас рыбаки и так далее. Это видео у нас формат 360. Тоже хороший формат. Каждый может разглядеть то, что он хочет посмотреть. Кто-то хочет рыбаков посмотреть, а кто-то хочет смотреть, что у нас творится рядышком, да? Поэтому здесь мы с вами находимся сегодня в Ялте, если не ошибаюсь, вроде бы в Ялте. И поэтому здесь мы с вами немножечко гуляем. Это у нас морской вокзал. И здесь, в принципе, это центральная площадь. Здесь, конечно же, никто не купается. Купаться нужно идти немножко подальше. Но мы уже искупались немножко в другом месте. Сразу говорю, что напрягает? Напрягает это вот эта реклама, эти прогулки, шмогулки, пердюлки и тому подобное. Это нереально напрягает, потому что даже невозможно с вами нормально пообщаться. Опять же, здесь у нас продается ряд, который специализируется на продукции, именно сувенирной, поэтому, блин, невозможно разговаривать. Голуби просто боевые, они сегодня мой дрон чуть не заклевали. В общем, у нас бойцы те еще. Ну и сейчас у меня Леха, мой друган, тоже там нашел себе какие-то сувениры, часы всевозможные есть. В общем, можете для себя выбрать много чего интересного. Ну и опять же, да, вот если будем смотреть по ценам, мы сегодня позавтракали в одной такой псевдо-столовой, и нам яичница обошлась без малого в 1600 на троих. Брали есть чай и брали еще у нас одну 0,5 минеральную воду. Поэтому мы думали, что у нас в Крыму там цены будут, там, не знаю, у нас, вот здесь, где мы находимся, думали, что цены будут более чем гуманные, но в итоге оказалось все не так радужно, как хотелось бы, понимаете? Ну, реально, не так радужно, как хотелось бы. Поэтому мы сегодня сейчас пойдем еще один ресторан, посмотрим. Но если там в ресторане уже будет цена еще дороже, чем в столовой, а в столовой, повторюсь, 1600 рублей, я считаю, это многовато, потому что в Сочи, ну, максимум мы отдали бы 600 рублей, ну, не больше. Ну, яичница, она больше не стоит, ребят, ну, хоть убейте меня, она не стоит больше. Да и чай у нас не может стоить 1000 рублей, обычный черный чай. Поэтому сейчас, конечно же, пройдемся, посмотрим. Ну, а мы пока с вами еще прогуляемся. Охота вам показать как можно больше. Охота вам показать побольше всего интересного, чего я здесь вижу. Мы уже здесь у нас во втором городе. Первый город у нас был, я не помню, как он называется. Мы там тоже были. Это все я свои видео вот вам чуть попозже смонтирую. И вы сможете тоже все это у нас оценить. Ну а сейчас мы ищем место, где можно у нас взять и пообедать. Здесь, конечно же, только, наверное, здесь вы можете увидеть такие киоски, которые называются «Союз Печать». Кстати, вот если кто-то выбирает вот отдых, да, вот чем-то вот Ялта, да, мне напоминает у нас, чем-то напоминает Геленджик. Примерно все то же самое, все какое-то немножко старенькой, даже по у нас по деревьям они тоже примерно одинаковые, в основном много чего у нас хвойных. В общем, ребят, я думаю, вот, кстати, я сегодня сюда приехал, да, мы в дороге провели более 10 часов, но мы ни капли не пожалели, потому что по-настоящему мы здесь получили просто максимум удовольствия. И здесь я сейчас прекрасно понимаю, что везде отдыхать хорошо. Я даже сегодня первый раз за все это время искупался. И искупался именно на диком пляже, на самом чистеньком. Искупался у нас именно здесь, да, в Крыму, на этом острове. Сразу говорю, заход в море тоже галька. Но при этом, когда у нас на берегу, там огромные просто валуны. В этом отношении даже Сочи у нас как-то в приоритете. Ну и здесь у нас мероприятие проходит. У нас адресовано «Люблю тебя, Петра Творения» из поэмы «Медусадик», это по Пушкину. И вот здесь у нас все в такой символике. Что касается у нас
летние книжные аллеи, какая-то реклама, что-то здесь такого будет проходить. Есть небольшие аттракционы, в общем, все это вы можете посмотреть. Есть у нас и возможность искупаться в фонтане 2 августа. Многие будут купаться. Ну и, в общем, вот мы сегодня уже примерно с вами площадь будем заканчивать, потому что нужно реально еще успеть ее поесть. И сегодня же мы поедем назад. Сразу говорю, очень тяжело ехать, дорога тяжелая. Одно хорошо, что мы выехали в Сочи в ночь, и поэтому спокойно смогли доехать, и в целом мы доехали комфортно. Здесь мы тоже видим типичные аттракционы. Здесь можно поиграть именно в призовых аттракционах. Можете относительно недорого взять и выиграть для себя тот или иной приз. Но опять же, здесь у нас есть парусники, можно покататься. В общем, много чего можно здесь сделать. Все зависит от вас. Было бы ваше желание, ребят. Единственное, что мне не нравится, да, вот под ногами сейчас у нас валяются эти бумажные, непонятные бумажные штуковины. Я думаю, что если вдруг даже какое-то мероприятие проходило, можно было давно уже убрать, потому что все-таки мы находимся в центре, и не хочется, чтобы у нас центр вот в Ялте, да, вот просто брал и омрачал. Ну, в любом случае, здесь все хорошо. Отдыхать не работать, ребят. И если вдруг понравился видеоролик в таком формате, в формате 360, еще раз говорю, можно крутить, вертеть, смотреть все, что здесь творится вокруг меня, ставьте лайк. Если вдруг не нравится, пишите в комментариях: Макс, не снимай больше, не трать ни свое время, ни наше. Ну а теперь, ребят, всем пока, всем отличного настроения. И сейчас ждет у меня следующая камера, и мы пойдем с вами немножко поснимаем. А теперь пока.